Добрый всем день, добрые зрители доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Сегодня у нас экстренный выпуск по поводу нашей девочки Ивушки. К сожалению, мама Ивы очнилась в одном из детских садов, на что ко мне обратились люди, и собачку с 5 щенками я забирала. Опять, к сожалению, очень жалею, очень, конечно, виню себя, к себе. Ну, на передержку, где у нас выросло уже не одно поколение собак, так как в приюте места нету совсем, говорю еще раз. Да, я очень себя корю за то, что так получилось, что мам, к сожалению, отравили, мама ушла на Радугу, хотя мама была в ошейнике, мы ездили каждый день, и как бы мы не ожидали, что пойдет вторая волна отравления собак в городе. Честно, не ждали, не думали. Думала, к тому времени успею забрать ее уже к себе в приют. Но, к сожалению, так получилось. И, конечно же, я себя не оправдываю в этом, но и собаку брать в приют, где нету места совсем, то есть и переживать за то, что, не дай бог, кто-то загрузит щенков, я тоже не могла себе этого позволить. Дорогие мои, уважаемые, моя такая большая дружная семья. Иве на вторник назначена операция. У Ивушки оскольчатый перелом шейки бедра и внутрисуставной перелом головки ТБС. То есть операция будет достаточно сложная. Ребенку нет еще 2 месяца. Сейчас она в среду уже отвезена мной в клинику. Находится на стационаре. Ее обезболивают, делают все необходимые процедуры. И я, как всегда, обращаюсь к вам. Мы уже столько с вами спасли. Мы уже стольким животным дали второй шанс на жизнь. Только благодаря вам. Вы каждый мой зритель, моя большая дружная семья, каждый мой член семьи внесли свою лепту в то, чтобы собаки получили второй шанс и жили полноценно. За что вам огромное-огромное спасибо. Давайте теперь уже и поможем маленькому ребенку Ивушке, которая осталась сиротой и которая была задавлена машиной. Там Саша сказал, что он реально проехал по ней колесом, они вовремя просто услышали крик и вовремя его затормозили. Там сидел молодой пацан за рулем, который был весь в телефоне, как всегда это у нас делает молодежь. И только благодаря ребятам Ивушка осталась жива. Ну а теперь благодаря нам и нашей помощи мы должны до конца помочь Иве пережить операцию, пройти реабилитацию и дать ей достойную жизнь. Ребенок осиротел. Мне больно об этом говорить, честно. Я очень переживаю за маму, потому что мама сама была первородка. Ты была ласковая собака. Мне очень тяжело. Я серьезно очень. Последние 2 недели съела себя поездом за то, что вовремя не забрала их к себе. Честно, не ожидала. Не ожидала выходок вторичных от наших властей. Но, к сожалению, уже я ничего не могу сейчас сделать. Я не могу обратно повернуть ситуацию. Сейчас я просто понимаю, что всех оставшихся детей, да, я забираю к себе в приют. И что я обязана просто Ивушке помочь. Мы должны приложить капельку души и помочь Ивушке пережить операцию, сложную операцию, так как ей нет еще 2 месяцев. И найти ей, конечно же, достойную семью. Добрых мам и пап. Большая моя такая дружная семья. Каждые ваши 50-100 рублей пойдут на операцию нашему любимому ребенку Ивушке. Еще раз говорю, у Ивы оскольчатый перелом шейки бедра и внутрисуставной перелом головки ТБС. То есть
достаточно, я думаю, все сложно, но решаемо. Поэтому наш Николай Николаевич обязательно со всем справится, как всегда. Это доктор от Бога, подаренный нам, нашему приюту, нашим детям судьбой, честно. На какой-то прям злой рок, вот какое-то стечение обстоятельств нас свело с Николаем Николаевичем, и вообще с клиникой Витера, с клиникой доктор Вет. Спасибо огромное всему персоналу, медперсоналу, за такое активное участие в жизни наших хвостиков, за ту любовь, которую они им дают. Ну и, конечно, отдельная благодарность Николаю Николаевичу за то, что в любое время он отзывается, откликается и помогает нам. И это удивительный чудо-врач, благодаря которому пошли многие наши собаки. Вспомните Ярика, да? Прогнозы всех врачей, ампутации лапы. Я просто, когда привезла Ярика к Николаю Николаевичу, он на него посмотрел, и я сказала, мы будем бороться. И мы боролись. Мы все 4 месяца боролись за его лапу. И Ярик, благодаря опять вам, Николаю Николаевичу, мне... Я как бы куратор, вот я только спасаю. А только благодаря вам, вашей помощи, именно вашей помощи, золотым рукам Николая Николаевича, Ярик остался со всеми 4 лапами. Поэтому такая моя большая дружная семья. У нас экстренный выпуск, экстренный сбор финансов на операцию Ивушки. Я обращаюсь к каждому из вас. Репостните, прокомментируйте. Ваши комментарии тоже играют большую роль для канала. Комментируйтесь, оставайтесь с нами, делитесь роликом в соцсетях. А с большой благодарностью, с искренней любовью, с уважением к вам, волонтеры бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.